Своя рука хозяйка. Отставшую вывеску на информационном стенде приходится поправлять самому. Инспекцию отремонтированных придомовых территорий провел лично глава Ленинского района Олег Хромов. Год назад эти дворы имели довольно жалкий вид. Разбитый асфальт, отсутствие мест для парковки транспорта, неработающее уличное освещение. Ремонт всего этого, а также подходов к подъездам, тротуаров, пешеходных дорожек выполнен в соответствии с современными стандартами. Установлены фонарные столбы, сделаны съезды для колясок, выделено парковочное пространство. Вот двор тоже, который был полностью зажат, ни одного парковочного места не существовало. Вот просто узкая дорожка, как могли, так и подъехали. В ходе инспекции глава района пообщался с местными жителями. Помимо благодарности, некоторые из них жаловались на возникшие неудобства, которые создали соседи. Так как зимой снег чистит, я инвалид, приехал, я не могу ставить машину. А это все вещи абсолютно незаконные. Да. Самовольный захват парковочных мест – настоящий бич сегодняшних дворов. Реакция на просьбу повлиять на ситуацию мгновенная. Понаставили, как будто бы это частные парковочные места, ограничители. Нужно сейчас же послать сюда комбинат благоустройства и, соответственно, все это демонтировать. Перед тем, как начать благоустройство двора, представители администрации встречались с жителями домов, делились планами реконструкции, выслушивали пожелания. И иной раз приходилось находить сложные компромиссы. Например, для того, чтобы организовать парковочное пространство, было необходимо выкорчевать несколько деревьев. Путем долгих переговоров соглашение было достигнуто. В городе Видное, где мы сейчас с вами находимся, нам осталось отремонтировать, то есть войти в те дворы, в которые со времен постройки этих дворов вообще не заходил никогда ни асфальт, ни каток, ни лопата. Их осталось 22. По заверениям главы Ленинского района, уже составлены планы реконструкции оставшихся дворов, сделаны предварительные расчеты, решается вопрос с финансированием. В планах администрации полностью завершить ремонт этих придомовых территорий уже к концу 2017 года. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.